Есть, Алексей Алексеевич? Ну, небольшенькая, походу, да? Не знаю, Гриш, дай пока. Непонятно пока. Пока непонятно. Там у ребят хорошая сошла у нас сейчас, крючок разогнула. Так мы это еще взяли. Вы еще взяли? О, а может быть и крупненькая это, может быть и крупненькая. Никто пока не знает. Антон Алексеевич, давайте, 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 она слабину это не любит. Ого, что, крупненькая? Режет, режет. Дай-ка ему маленько. Да-да-да. Чуть-чуть. Еще покручу. Сильно не перетягивать тоже фриксон. Это моё? Сильно фриксон не перетягивать не тоже. Не сильно, просто... Что, блядь, а вдруг слабину даст? Ты подержи просто. Она сейчас маленько выбьется, она сама отпустит. Как только она... Только слабину не давать. Но. Может быть и крупненько. Сильнее, чем первая? Да-да-да. Антон Алексеевич. Неоднократно. Да? Вот, вот и тоже ручка не крутится. Вот этот самый, смотрите. Уприте в живот, уприте в живот. И вот такими вот выкачивающими движениями. Я понял. Вот вверх, вверх прям, вверх выкачивайте ее, вверх. Раз. Ага, вверх выкачивайте. О, крупняк, здоровая, вообще конкретно здоровая. Все, фрикцион не трогаем, фрикцион больше не надо тянуть. Да. Вот выкачиваем ее, именно выкачиваем. Это она, да? Давай, Антон Алексеевич, выкачиваем, выкачиваем, иначе вы ничего не сделаете с ней. Выкачиваем потихонечку, да, вот так вот. Да, палочкой, палочкой. Качаем. Если будем на катушку только напор делать, вообще сломаем сейчас все наше снаряжение. Крупная рыба, хорошая, зачетная. Стася, братуш, наверное, дашь мне зачетчик, я отработаю. Давай. В этот самый, камеру возьмешь у меня. Так. Так, 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 так. Да. Большой человек опять загораживает рыбака. Не загораживай, не загораживай меня. Давай, 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 иди. О, хорошая, Стася, держи, брат. Держи, брат, хорошенько. Работаем, работаем. Антон Алексеевич, а вы говорите, мужикам показывают 3-килограммовую. Это вообще не серьезно. Работаем, работаем. Сильно воздух ее не надо запускать тоже, а то она может блесну выбить. Сидит вроде хорошо. Семерочка, наверное, что-то такое. Все, все, все правильно. Вот смотри, батенька. Вот это у меня. Спокойненько, спокойненько. Спокойно, спокойно, спокойно. Без суеты и спешки. От кустов чуть-чуть поднимаем тоже шнур. Поставил не очень, очень хорошо. Вверх, вверх поднимаем, вверх, 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 вверх. По пусти не забудем, не забудем. Еса! Вот это десяточек! Вот это зачет! Вот это красавчик! Вот это по десятку! Вот это молодцы! Я там тянул, и она разогнула крючок. Вот это молодцы! Это даже может быть кремное! Блесну! Это однозначно самка, самка, самка! Конечно! Заменил блесну! По якорке поедет! И, по-моему, третий... Третьего заброса, да? Зачет! Зачетище прям! Блесна, как у меня, такая же! Я на такую же поймал!